Вокальный дуэт «Микс» был создан чуть больше года назад. Несколько раз его состав претерпевал изменения. Расширялся в трио, сужался до мужского дуэта и в итоге стал дуэтом смешанным. Несмотря на совсем небольшой срок существования, с творчеством ребят уже знакомы не только в Кустанайской области, но и за ее пределами. Совсем недавно ребята представляли нашу страну на фестивале соотечественников в России в городе Смоленске. Очень тепло встречали, так как это фестиваль, естественно, призовых мест там нету, но также были члены жюри, потому что был день, когда каждый коллектив показывал свои программы. То есть как бы день такой смотровых программ, да. И также был состав жюри, который отбирал на гала-концерт песни, которые потом исполнялись на площади Ленина в День Победы непосредственно. Вот. И тоже жюри очень высоко оценило, что жанр такой, скажем, выбран, да, точнее не жанр, а стиль песен очень разножанровые, исполнения, манера, качество. Мы самый такой малочисленный коллектив, но букеты дарили только нам. Самое такое было, видно было, что люди показывают настоящие свои эмоции, они пришли сами посмотреть на то, как мы показываем свое творчество, показываем себя. Эта песня давно стала визитной карточкой коллектива, хотя репертуар разнообразен. Это и лирические, эстрадные, фольклорные, и народные, военно-патриотические и песни в стиле ретро. Коллектив не стоит на месте и не останавливается на достигнутом. Своими планами на будущее ребята делятся охотно, и будем надеяться, что они воплотятся в жизнь. Мечты, наверное, должны быть, как люди говорят, несбыточными, настолько большими, да. Но, в принципе, если взять в плане музыки именно, то я не так давно пою. Год, я считаю, что это немного. Я занимаюсь около года прям хорошо. Но я как бы подумал для себя, я, наверное, в будущем все-таки свяжу свою жизнь как-то с музыкой. О чем мечтать можно? Конечно же, говорят, о планах не рассказывают. Но в любом случае это вперед, движение только вперед, не шагу назад. Это также выстроение новых программ, набор нового репертуара. Такого же, чтобы вот людям это было близко, понятно, нравилось, было интересно, необычно. Ну, будем стараться удивлять. Есть сегодня там, где ведет лужа, есть сегодня там, где поет гайда, есть сегодня там, где друзья близки, нет причин для тоски.